На прекрасно оборудованном катке у 10-й Видновской школы уже прошло несколько зимних мероприятий. Идея отметить День студента здесь, по сути, лежала на поверхности. В учебных заведениях Ленинского городского округа активно поощряются занятия спортом. Я приехала сюда с мужем, вышла недавно замуж. Он также обучается в нашем колледже. И так как мы любим кататься, активный образ жизни, решили не упускать возможность приехать покататься. У нас также в колледже проводились лыжные соревнования. То есть колледж дает большую возможность заниматься всяким видом спорта. В организации праздника активное участие приняли сами студенты, а им фантазии не занимать. Здесь можно было не просто покататься, но и принять участие в различных квестах, названия которых говорят сами за себя. Дворовый кёрлинг, валенковый тир, хоккейная эстафета, интеллектуальный баттл. Вызывает вас на интеллектуальный баттл. Справа от главного входа мы здесь. Посетил мероприятие и глава Ленинского округа Алексей Спасский. Он сделал несколько кругов по катку, после чего началась официальная часть. Плюс-минус в этих 20-х числах января заканчивается сессия. Я очень надеюсь, что все или почти все из присутствующих удачно сдали экзамены с зачетами и с чистой совестью смогут провести каникулы с праздником, с Татьяным днем. Алексей Спасский вручил благодарность главы представителям колледжа Московия и Московского регионального социально-экономического института. Также они получили подарки от местного отделения партии «Единая Россия». Цель подобных мероприятий в том числе способствовать сплочению студенческих коллективов. Настроение отличное. Пришли сюда с группой, чтобы повеселиться, покататься на коньках, дружить коллектив, можно так сказать. Такие общие праздники, да, всегда вместе. Даже собираемся, даже вне колледжа вместе. Мы собираемся, катаемся там, по городу в Москве, там красиво очень и так далее. Справлять Татьянин день в Ленинском городском округе – давняя традиция. В разные годы в Видном студенты собирались в кинотеатре «Искра», центральной библиотеке или Доме культуры. Нынешний праздник призван внести в эту традицию новые веяния. Сегодня мы вышли на улицу и провели это мероприятие на коньках. Такого действительно не было в данный праздник. И детям очень понравилось, студентам пришло очень много людей. И они все катаются, вы видите, все за здоровый образ жизни. Закончилось мероприятие традиционно дискотекой. Правда, в этот раз студенты танцевали на коньках. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.